Привет, моделисты. Небольшой анбоксинг сделаю сейчас. Топ. Я Икей. Называется еще Crazy Russian. Город Цинциннати, штат Огайо. Я уже сделал обзорчик на английском. И вот в обратную сторону соберу и в коробочку положу на русском. По-моему, так классно. Ну что, Бакман. Не каждый день у нас бывает он. И вот такая моделька. Это для наших, ну, наши покупатели через нас заказали. Я немножко удивлен был, потому что они заказывают очень какие-то супер. Но оказалось, что Бакман сделал неплохо этот кабус. Есть еще другие, но этот мне больше понравился всего. Вам, упс, на обзорчик. Колеса, тележки. Четко, новые. То есть я так понимаю, что они избавляются от вот этого дубняка этого своего. И не называют все спектром. Потому что спектром сразу у людей там прибавляются нули, и это уже не укупишь. Хорошее, ну что это, дымоход, да, я так понимаю. Лесенка есть, покрашена очень классно. Есть вот есть такие для фонарей. Ну, фонари, они, конечно, не настоящие. То же самое с этой стороны. И marker lights здесь. Их можно в этих местах рассверлить и поставить хорошие, ну, LED. Почти они прям входит, проходит вот сюда, в смысле, это assembly, вот это все, сама арматура. Особенно вот это, очень четко. Я делал из белого металла, может быть, даже из латунное литье. Очень тяжко делал линзы под это дело. Здесь, конечно, можно проще все, но классно. Покраска нормальная, я не знаю, насколько она... Вот можете вот так сделать фотографию. Print screen. Насколько краска соответствует действительности, это NNW Norfolk and Western. Но в руках я бы сразу бы не сказал, что прям Бакман. Причем вот эти каплеры, эти тоже, что они используют, McHenry или какие-то. Такое впечатление, что McHenry. Все это дело поменять на Кейди. Тяжелый. Проблем нет. Свет поставить. Вообще цена не будет. Какой-нибудь Minetronic с этими компенсирующими. Если электричество, напруга пропадает с путей. Там мощные такие, эти самые capacitors, электролиты. Очень качественно. Ну что, соберем обратно. Я, когда разбирал, на английском делал, я сказал, что и упаковочка хороша стала. Все в одну сторону. То есть коробочка под этот сделан кабус. Да? Самое главное, эту печку, вернее, дымоход не упустить. Так встает. Хорошо встает. Да, да, видите, в одну сторону только, в одно направление. Так. Неплохо, неплохо. Что здесь? Нормально. Тут они что-то рассказывают про разные колеса. Silver Series, ага. То есть это Silver Series. Да, но это уже не новое. Это уже у них было. Значит, они просто делать стали... гораздо качественнее, и это видно сразу. Вот такая вещь кверх ногами. Удобно, я имею в виду, что коробочка такая немножко жиденькая, потому что если это был бы scale trains, мне нужен был пинцет, чтобы, видите, она свободно открывается. Ну отлично, неплохо, совсем неплохо. Бакман молодец. Вам, ребят, успехов. Всего наилучшего. Снимаю перчатку. Если хотите поддержать канал, по желанию,
это Patreon наш. И на основном канале есть подписка на так, membership, спонсорство. Успехов и всего наилучшего. Давай.